Полезный город. Уже много месяцев ставки по депозитам в банках таковы, что даже самые консервативные вкладчики думают о новых инструментах сохранения и увеличения своих капиталов. Кто-то относит деньги в кооперативы, кто-то пытается разбираться с акциями и фондами или покупает, не разбираясь. Но есть другие способы заработать. У нас в гостях Олег Юдин, основатель компании «Polo Spark». Олег, расскажите, как устроена ваша работа? Мы занимаемся сдачей автомобилей в аренду для водителей такси. В свое время на базе собственного таксопарка я организовал управляющую компанию, и в данный момент у нас порядка 30% парка – это собственные автомобили, порядка 70% парка – это автомобили партнеров. В количестве у нас более 70 автомобилей, и сейчас мы заказали еще пару автовозов. Скоро они придут, будем закупаться. Основной наш плюс в том, что мы работаем по системе пула. Пул – это объединение предпринимателей, которые усредняют свои риски и работают на равных долях. То есть мы сдаем автомобили в аренду, с денежного оборота вычитаем расходы на ТО, фонды на случай крупного ремонта и ДТП, нашу комиссию за управление. Чистый доход распределяем равными частями между каждым автомобилем, независимо от того, что с ним происходило. То есть большая часть автомобилей принадлежит вашим партнерам. Расскажите, как вы заставляете их деньги работать? После покупки автомобиля необходимо полностью подготовить его к выходу на линию. Мы устанавливаем на него газобаллонное оборудование, метан, маячки, чехлы, детское кресло. Недавно начали устанавливать двойные видеорегистраторы, которые снимают дорогу и салон. Делаем ОСАГО для такси с пометкой без ограничений и, конечно же, лицензию для пассажирских перевозок. Далее мы передаем автомобиль водителю и подключаем к сервису Яндекс.Такси для выполнения заказов, после чего осуществляем полный контроль оплаты аренды и полную поддержку водителя. Проводим еженедельный осмотр, следим за техническим состоянием автомобиля, производим плановые и неплановые ремонты, решаем все возникающие вопросы с любой стороны. Важно заметить, что мы не просто даем автомобиль в аренду, а одна из наших ключевых задач – это создать для водителя максимально комфортные условия для взаимовыгодного и долгосрочного сотрудничества. Находить хороших водителей мы умеем. Средняя загрузка парка порядка 95%. Это говорит о том, что наши автомобили практически не стоят. Давайте теперь про доход. Это главное, а то и единственное, что интересует потенциального партнера. Какие цифры у вас? Средняя доходность на основе наших показателей 25-35% годовых с учетом кредитного плеча. Если условно автомобиль стоит 1 миллион рублей, 300 тысяч рублей своих денег, а 700 тысяч рублей кредит, так вот именно на 300 тысяч рублей порядка 25-30 годовых. В денежном эквиваленте средний показатель за последние 2 года составил более 26 тысяч 500 рублей в месяц за один автомобиль, и сумма выплат медленно, но верно идет вверх. О гарантиях, возможных рисках и стоимости входа мы поговорим с Олегом Юдиным в наших следующих программах. А пока вы можете самостоятельно почитать про то, как присоединиться к Polo Spark, вложиться в дело, которое работает у вас на глазах. Об этом читайте на сайте доходкиров.ру. Там же можно просчитать свой потенциальный заработок, исходя из сумм, которыми располагаете именно вы. Полезный город.